Друзья, всем большой привет! С вами канал Моби Смит, и сегодня мы играем в свежую выживалку под названием Эпикрафт. Ну что ж, погнали, друзья! Итак, у нас тут персонаж на плоту, и мы послушаем, что же он нам хочет сказать, да? Как я здесь учился, говорит? Пока не важно, сейчас главное выжить, остальное я выясню позже. Ну, логично, да. Эй, а что-то плавает у плота. Так, плавает у плота у нас вот доска, да, бревно точнее, да, у нас есть крюк. Давайте попробуем выловить эту доску крюком. Крюком? Как он у меня оказался? Мужик, тебе что там, отшибла память совсем? Опа, ага, давай. Ух ты, там акула плавает, прикиньте, да, возле плота. Плот у него совсем маленький, конечно, видимо, мужика случилось кораблекрушение в его жизни, да. Не повезло ему. Ну что ж, бывает такое, да. Получилось, давай-ка еще разок, но теперь по-другому. Как по-другому, давай. Ну, чё по-другому-то? Давай, давай. Чё, лови, лови. Здесь несколько стесновато, давай расширим плот. Окей, давай. Ага, построить можно. Так, у нас есть, смотрите, есть необходимые ресурсы, чтобы построить вот эту секцию плота. Окей, давай. Так, ну, где? А вот сюда? Давай, сюда и построим, окей. Осталось подтвердить, хорошо. Еще можно, да, для симметрии. Хорошо, давай для симметрии. Думаю, пока этого достаточно, нужно экономить ресурсы. Да, да, надо экономить. Ничего не известно, что там дальше будет. Так, настало время сунуть на плот что-нибудь полезное. Что ж там у нас полезного на плоту будет? Так, мы найдем все необходимое для выживания. Ну, почти все. Да, скорее всего, тут было у нас тут кораблекрушение. Вокруг всего куча валяется. Плавает. Так, ну давай посмотрим, что это создать. Что мы можем тут создать? Построить. Давай. Верстак. Ух ты, ничего себе, сразу верстак. Ё-моё, откуда в карманах столько барахла? Неважно, главное пригодилось. Так, что мы, смотрите, можем поставить? То есть... верстачок. Ну что ж, давай. О, акула все-таки под нами плавает, прикиньте, да? Окей, верстак поставили. Круто. Плот небольшой и верстак, да? Давайте посмотрим, как работает верстак. Окей, давай посмотрим, что там верстак умеет делать этот. Ага, веревку можно сделать, да? Из листиков? Где же ты из листики-то взял, да? Из пальмовых листьев сплести. Ага, есть у нас. Окей, на все нужно время, можно ускорять. В этот раз пропустим. Томительное ожидание бесплатно. Да, скорее всего, дальше будет не бесплатно. Ну давай, хоп. Веревка готова, отправь ее в инвентарь. Так, окей, отправляем в инвентарь. Это, скорее всего, теперь у нас будет крючок на веревке, да. Угу. Надо, говорит, утолять жажду, заботиться о себе. В общем, смотри, новое задание, как нельзя кстати. Дождилов, ну да, окей. Построим дождилов, давай построим дождилов. Так, ага. Подробное описание, в общем, тра-та-та, строим дождилов. Окей, а, у нас не хватает досок. Ха-ха, ёпарасете. Да, давай, давай, надо поймать доски. У нас же теперь есть, кстати, крюк. Угу. А чё, подожди. Так, мы продолжим, когда построим дождилов. Давай, ловим. Щук. О, у нас теперь крючок на веревке, прикиньте. Хова. Слушай, акула все ждет, ждет же. Что ж ты ждешь? Думаешь, мы тут, типа, поплавать соберемся, да? Так, у нас теперь дождилов можно построить. О, не, подожди. Хова-на. А, у него клюшка есть, это отбиваться, наверное, от акулы. Ага, то есть, а тут может все ловить. Хова, так, давай-давай ловим. А, это пластик был, кстати, да. А, бревно, пластик. Ё-моё, а, слушайте, ёлки-палки. Тут, оказывается, можно в воду залезть, а акула сразу такая, хова-на, среагировала. Так, давай. Ага, о-о, туда так далеко нельзя. Так не закидывает. Так, то есть надо ждать, пока он, получается... подплывает возле меня. Так, ну что ж, дождилов давайте строим. Что, еще нет? А ну-ка. О, теперь можно все построить. Ставим дождилов. Окей, будет теперь у нас вода. Так, теперь осталось подождать дождя. Хорошо. Окей. О, вот и дождь. Шутите, дождь? Ну ладно. Окей, да. Хорошо, что она все-таки на русском языке. Эта игрушка Эпикрафт, напомню, она называется. Вышла только недавно. Вот, и в принципе, неплохая графика такая. И на русском языке, что самое хорошее. Потому что в этих выживалках очень много всего приходится читать и узнавать, много по крафтингу изучать. О, вот так, акула, акула. А, ты только ее заметил, да? Что-то у нее на плавнике, кстати. Так, 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 так. Окей. Ну, что ты мне хочешь сказать этой акулой? А, акула атакует плот? Нифига себе. Ой, надо отбиваться ее. Она разрушит часть плота. Давай, бей ее. Дыш, дыш, давай. Дыш, на тебя. Ух ты, классно. О, ничего себе, как он ее бабахнул, хорошо. В этот раз все обошлось, будь начеку, она голодная еще вернется. Да понятное дело, блин, ё-моё. О, кстати, она ушла и, может быть, о, целые секции плота могут тут валяться, он плавать, да? С какой-то интересной штукенцией. Так, прибил их.
Ого, это пушка, наверное, скорее всего, да? Это какой-то гарпун, по-любому. Что-то да. Да, гарпун, 100%, да, окей. Стойка гарпуна, да, это только стоечка у нас. Надо все собрать. Будет чем отгонять акулу. Окей, так. Вряд ли нам удастся выловить все детали из океана. Ну, конечно, надо будет что-то свое сварганить на верстачке. Нужно добраться до островов. Может быть, там найдутся нужные части? Ага, понятно. То есть мы еще должны доплыть до острова. Окей. Короче, построить надо будет стол навигации. Появится у нас карта тогда. Окей, хорошо. О, опять акула, опять акула. Знаете, брысь отсюда. Брысь. Оп, так. Так, 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 давай. Хоба, лови все. О, бочка какая-то была. Кстати, а ну брысь отсюда. А, бочку не достану. Так, окей. О, пластик, давай. Пи-пи-пи. Так, достанем. Хоба, пластик. Так, бревна, пластик. Все надо, все в хозяйстве пригодится. О, смотри. Хоп, давай-давай-давай. Эй, да что ты? Ну, а, не достал. Не достать. Так, построить что-то надо. А, ну можно улучшить наш плод. Так, давай еще побольше. О, у нас тут площадь уже какая получилась, здоровезная. Так, о, веревки, кстати, нужны нам. Ага, подожди. А вон пальмовые листья плавают. Пальмовые листья. Так, нам надо достроить так, чтобы можно было пальмовые листья собирать. Так, что это такое у нас? Не поймал. Пластик, пластик, скорее всего. Так, а где же пальмовые листья-то у нас? А, так, а, у нас же есть пальмовые листья. Где у нас крафтинг, кстати, на этом? Так, создаем еще одну. Ага, золотая монетка стоит. Ого, ничего себе расценочка. У нас всего 10 монеток. Можно улучшить, кстати, верстак. Получается, вот, у нас можно его улучшить. А за что мы улучшим его? Ого, сколько всего надо, чтобы улучшить. Ничего себе. О, пальмовые листья, давай. Еп, как раз нам нужны они. Ого. Так, выполнено задание, окей. Хорошо, бревен надо еще. Бревни, бревни, бревни. Интересно, да, видимо, склад у него, кстати, бесконечный, да? Так, у нас, смотрите, 87 единиц воды осталось, 82 жизнь, еды, 100 у нас жизнь, энергия 100, 100 жизни, 100 энергия. Так, что у нас задание, это, ого, это запчасти гарпуна надо купить. Так, что мы еще можем? Инвентарь, вот тут куча всего у нас в инвентаре. О, смотрите, жрачка есть, консервы, откуда у него консервы, интересно, ананас. Так, потом что у него, энергетик есть. Ну и ничего такого особенного, хлам всякий, да, получается. У него есть одежка вот такая, она уже... А, кстати, одежка у нас, и одежка, и предметы, они у нас постепенно изнашиваются, да. Кстати, вот это в карманах у нас, рюкзак целый у нас полностью пустой. Пока еще ничего. Так, у нас еще тут у нас есть, получается, футболка, красная кепка. Что там еще у нас? Серые шорты и черные сандали. Черный, да, окей. Это, видимо, все, что у него было. О, дождик, водой заполняется вода. Что за снег получается? Так, окей. Так, о. Собираем бревна. Больше бревен, говорит, надо. Так, еще. О, осталось задание выполнить еще одно бревно. Собрать. Если плюхнемся, смотри. Буль. Фигушки тебе. Сразу приплывает акула. Зацените, да? О, какая она, короче. Серьезная, блин. Это как прямо, знаешь, ожидает нас тут, получается. Караулит. И долго она, интересно, будет у нас король. Так, больше пространства надо построить. О, давай бочку. Хоп, ничего себе, бочка-то хорошее дело. Так, все надо. Листья пальм. Так, строим, давайте еще пространство. Окей, так, о. Давайте еще построим побольше пространства. О, вот такой мостик сделаем себе. Пим. О, смотри, сколько мы построили, ежики. Давай еще чуть-чуть построим. Так, окей. Стол навигации надо построить, да? Хорошо, о. Так, хоп, чик. А, крючок, кстати, не изнашивается, смотрите. О, хоп. Ого, сколько сразу можно все хапать тут. Так, стол навигации, сейчас посмотрим у нас. Что у нас, получается, нужно для того, чтобы построить... Так, давай еще вот эти тут построим тут пару секций, чтобы было уже так симметрично, как он говорит. А, постройки, вон, кстати, постройки, да? А, здесь надо постройки, у нас пока нету. Строй на стол навигации. Что нам нужно для стол навигации? Так, бревна нужны и пластик. А, ну все, у нас есть. Надо пособирать бревна, пособирать пластик. Этого тут добра хватает. Так, что ты не собираешься? Давай посмотрим. Окей. Давай, собираем пластик. Давай. Хи-а-чк. Хороший рыбак. Прикинь, акулу поймать как может. Эп, на крючок случайно, да? Эй, а, не достал. Эх, не достать. О, смотри. Давай, пластик. Пластик, бревна, все надо. Ага, акула пока на нас не нападает. О, кстати, готова у нас веревочка. Создать. А, можно сразу несколько, да, создать. Во.
Сразу можно создать несколько штук всего, да? Так, а как забрать веревку? Инвентарь. А, вот инвентарь. Все, окей. Пошло в инвентарь у нас. Еще инвентарь есть? А ну, давай, подожди. Инвентарь. Ага, подожди. А, вот так вот, забрал, все. Забрал в инвентарь, что нам нужно. Так, бревна, бревна. Давай, давай, хапайся, хапайся, давай. Хопа. Так, ну такое вот уже хозяйство у нас получилось. О, ура, у нас новый уровень. Так, интересно, что нам дает этот уровень? Так, пока что непонятно, что нам дает этот уровень. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Стол. Так, это у нас здесь задание показать. Так, что пластика не хватает у нас, да? Это рынок, понятно. Тут всякие приколы, может быть. Так, звук у нас... О, уровень графики, кстати. Давайте выставим уровень графики высокий. О, смотрите, хорошо тянет. Все не тормозит, все хорошо. По умолчанию, оказывается, стоит уровень графики на низких настройках. Вот, мы выставили сейчас ее на максимум. Да, текстурки сразу лучше стали. Да, посмотрим, кстати, как у нас... так, инвентарь. Вот такой вот у нас чувачок. Бородатый. Усато-бородатый такой, так, немножко, да? О, дождик пошел. Мокрый дождя не боится. Ну, логично, да. Мокрый, говорит, дождя не боится. Понятно ли? О, подожди, там... А, нет, там одна акула. Я думаю, что уже там несколько акул. Смотри, какая она настырная, не хочет. Мне бы тут пулеметик, конечно, бы. Я бы ее отогнал сразу, да? Так, интересно, кроме гарпуна здесь оружие какое-то еще, наверное, будет. По-любому, скорее всего, должно быть. О, у нас уже 61 осталось воды и 60 еды. Давайте, может, попробуем подкрепиться. Как это? Давай, инвентарь. Как ее сожрать-то, да? А, ну, давай, подожди. Так, подожди, как ее пожрать? А, вот, использовать. Так, есть, сожрать. О, пустая банка остается, отлично. И энергетик, да? Так, окей. Неплохо уже, в принципе. Банка у нас для чего-то может быть тоже использована, скорее всего. О, верстак. Какой верстак? Подожди, не, не верстак. Не-не-не, ты че? Нам надо вот этот стол построить, да? А, еще, блин, пластика не хватает одного. Ого, сколько тут все плывет-то. Что-то все, чем дальше, тем больше плавает всякой ерунды. И мусора тут куча, откуда-то все прибивает. Интересно, откуда это все плывет. Непонятно. О, у нас, смотри, какая уже площадь огромная. Мы тут уже хорошо можем побегать. Так, отлично. Идем дальше. О, пластик, пластик, пластик. Давай, чех. Давай ловим весь пластик, что нам нужен. Все, строим вот этот стол навигации. У нас появится карта 100%. Да. Ага, ставим вот сюда стол. Есть. Задание выполнено. Теперь у нас что надо? Так, держать кэп. Теперь у нас появился доступ к карте. Логично, так. Ага, что-то у нас. О, смотрите как. Да, мы, кстати, можем добраться... Ага, так, можно нам найти помощь на этом острове. Покинутая хижина там есть какая-то. Это, так, много тут островов. Или, а, берег мутокрабов еще. С другой стороны, на островах могут подстерегать опасности. Окей, это значок означает, что в случае гибели на острове можно вернуться и подобрать свой потерянный инвентарь. Логично, пора отправляться в путь. Окей, сюда, да, получается нам, да? На берег мутокрабов. Звучит круто, мутокрабы. Оу, смотри, если захочешь обратно на плот, вернись в эту отмеченную зону. Так, короче, мы просим... Получается, нажми на кнопку «Домой». А, это нас возвращает на плот. Я понял, окей. Поплыли, давай. Старайся меньше находиться в воде, здесь полно акул. Над важным объектом ты увидишь такой восклицательный знак. Я понял. Вперед, навстречу приключениям. Хорошо, спасибо за инструктаж. А, акула, акула. Фух, так, а теперь куда мы? О, смотрите, мутокраб, мутокраб. Ну, давай, клюшкой. На, тж, ого. На, тж, тж, тж. О, завалил мутокраба. Че мы там не нашли интересного? О, привет, чувак, ты че? Что ты делаешь-то? Труп? Ха-ха, так это же не живой, да? Ага, все собрал. О, рюкзак у него был, да? Большой рюкзак. Окей, у него большой рюкзак был. Рюкзак, рюкзак у него... Так, 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 так. Вот этот у нас большой... А, небольшой рюкзак. Хорошо. Подожди. Ага, небольшой рюкзак у него. То есть можно тут, получается... О, давай посмотрим, что тут у нас есть. Деревянный сундук кто-то нам оставил. Очень благоразумно. О, монетки, золото. Хе-хе, золото, это хорошо. О, камень. Камень тоже пригодится. Так, все. Интересно, куда это у него все помещается, да? У него рюкзачок-то не такой очень большой. Так, камни, О, еще пластика можно собрать. Короче, все, что есть, все хозяйстве пригодится, да? Вон, еще камень. Камень и куча всего. Так, интересно, если зайти в воду сразу. А ну, акула где? Быстро сразу приплывет, не? Не. Возле плота она так быстрее соображала. Тут она, видимо, не может караулить остров Желины. О, морковка растет. Хе-хе, прикиньте. Так, о, это что такое? Стойка для инструментов? Ну, это на кто-то оставил стоечку, это хорошо. Вон мутокраб идет. Ё-моё, собираем, подожди. А, вау, подожди. Ах ты ж, зараза бешеная, да? На тебе, собака ты. На, оба, есть. Мутокраба завалили. Так, что у него тут есть у этого мутокраба полезного?
Ничего, он говорит, интересного нет. А что это мы нашли? А, батончик, кстати. Блин, сожрал батончик зря. Ну ладно, так. О, смотри, каменная кирка. Теперь можно собрать... Подожди, это собирать тут ее надо, наверное, да, скорее всего? Или нет, подожди. В инвентаре. А, нет, у меня она есть. Первобытный инструмент для добычи руды. Окей, у нас есть кирка. Теперь хорошо. А тут что такое интересное? Опа, база какая-то, смотрите, ничего себе. День 34, третий день не приезжает смена, радиостанция барахлит, и похоже, никто не скоро сломается. Никаких новостей, что у них там стряслось. Хорошо. 35-й день, припасы на исходе. Мы какой-то дневник нашли, в общем, какая-то радиостанция на острове. Мужик, видимо, один был там всего лишь. Так, что там? И получается, попробую добираться на материка на батискафе. Ого, у мужика был батискаф, ничего себе. Так, открываем калитку. Ага, отмычка нужна. Я понял, отмычка так, отмычка. О, морковку забрал. Ха-ха, давай. Пожрать морковку. Ага. А чем мы лечиться можем? А, морковку просто сжираешь. О, топор, топор. Так, топор это хорошее дело. Он мостик надо будет починить. 100%. Так, ага, топоры. Каменный топор. Так, окей. Что мы тут можем? Это оружие, что ли? А, можно рубить деревья, пока не сломается. Давай, тут, да? А, там он мутокрап. Ага, ну, мост. Так, как же перебраться на ту сторону? Надо свалить... Старое дерево над пропастью. Логично. А вот это дерево можно рубать. Тыдж. О. Так, пойдем сначала. О, там смотри, что чувак. Мутокраб, мутокраб, смотри. Тыдж, на тебе, на. Хобана. О, так хорошо бьет наша, кстати. Это. Клюшка очень даже не слава лупашится. По крайней мере, или крабы не... А, о, мы клешню нашли краба. Окей. О, вон еще один мутокраб. Ого, 30 у него жизни. На, ох ты ж, собатсюра, да, он нам немножко все-таки поранил нас, так. Ага, ничего тут нет, а вон акула, кстати, наверное, плавает. С краем глаза заметил акулу. Так, тут у нас, вон где, вон тут она где-то была. Стоп. О, каменоломня, можно добывать камни. У нас кирка есть. Пэмц, 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 давай. Дыщ, камень, а вон бутылка какая-то, пластик. Вон она акула, вот эта собатсюра такая плавает. А что так, подожди, клешня, ну-ка. Сожрал, понятно. Короче, жрачку. Это так, жрачку. О, смотри. Не пойду я туда, там акула. С забочкой не пойду я туда. Так, ничего, не стоит рисковать из-за... А, дерево, кстати, пальму можно рубить. Да, у нас же есть топорик еще пока. Ну, пока мы его побережем. Не будем лишний раз тратить. Нам нужно вон туда, на ту сторону. Мы там скинули бревно. Теперь можно перейти на ту... О, смотрите, что тут интересного. Так. Требуется отмычка. Да где же я эту отмычку возьму? О, какая штука. Так, вот тут где-то отмычка. 100% должна быть отмычка. Так. Ой, сколько я тут всего нашел. Ага. Записка опять, короче. 37-й день. Вчера заметил крабов на пушке. Нужно разрушить мост, пока они не добрались. Рана, нанесенная крабом, сильно зудит. Так, давай. Ага, инвентарь переполнен. Так, нужен рюкзак, говорят. Так, у нас есть отмычка. Вскрываем. Что тут у нас интересного? А, открывай. Ты кто такой? Зараженный мертвец. Ёлы-палы, смотри. Это, наверное, тот мужичила был, который писал все эти вещи. У него тут куча... запеченная клешня. Короче, у него много всего интересного. Так, а у нас есть... Подожди, в рюкзаке одно место получается, да? Костер разжигаем. Можно приготовить что-то. Сколько тут всего интересного мы нашли. Так, что тут у нас? Костер. Окей, есть костер. Так, записка. День 40-й. Припасов все меньше и меньше. Завтра пробую завалить одного краба и приготовить его к лишни. Да, вот он, кстати, скорее всего и приготовил. О, что такое? Сейчас что-то найдем. Пугало какой-то и что-то инструмент какой-то. А, копья, копья. Каменная лопата, да? А что, уже некуда его взять? Ага, тут уже некуда нам его гребсти-то получается, да? Использовать, пожрать. Давай, сожрем эту штуку и возьмем лопату. Так, давай. Эй, подожди, а что это такое? Что такое? Лопата не берется. Так, пугало. Окей, посмотрим, что там на пугало есть. Может, одежка какая-то. Ого, сколько тут всего есть. Так, грядка. Можно тут садить всякое такое. А ну-ка, смотрим, что у нас есть. Шорты. Это что, шорты у нас модные, элегантные. Лучше, чем ничего, да? 5,5 у нас. А это что? 5,5. Да, другая защита немножко. Разные виды защиты получат. О, смотрите, пожрать можно собрать на грядках все. О, это что такое? А, это опреснитель воды. Так, это такое, да. Подожди, а зачем? У него же дождь есть. Лучше бы дождя собирал. Странно. О, сколько тут всего интересного. Блин, а куда же все это складывать-то? А, блин, ребятки, не хватает-то места, не нашел. Рюкзак. Очень маленький тут, конечно, рюкзак. Меньше, чем карманы даже, кстати, что интересно. Записки тут еще. О, ящик с инструментами есть. Так. Окей. Ага.
Короче, куча всего, хлам тут и все остальное. Так, куча записок. О, у него холодильник тут был, прикиньте, да? Сломанный холодильник, да? Вон там еще какая-то штука. Мост какой-то, это пирс, наверное. Ага, жратва. А чем интересно... О, вот там, кстати, всем выжившим помехи. Постараться добраться до военной базы. Так, и мы обеспечим ресурсы и защиту, координаты острова с убежищем. Ага, тут, короче, видимо, какой-то апокалипсис. Не просто кораблекрушение, а какое-то что-то тут произошло. Серьезно. Так, создать что, каменную лопату создать? А зачем мне создать? Ага, окей, ладно, давай. Ага, создали. Инвентарь у нас переполненный, говорят нам. А, лопату все-таки сделал, да. Так, окей, лопату. А что тут мы нашли? Окей, давай поищем. О, хранилище какое-то мы тут нашли. Так, вот бы нам тут достал... Ага, новая локация у нас тут, карта. Копье, ух ты, а ну-ка. Так, это что у нас? Каменный... Так, деревянное копье, 6-8. А у нас наша... Вот эта вот штукенция, которой мы деремся. Сколько она, интересно... Где у нас инвентарь? Ага, вот. 12-15, но она уже почти износилась, да? А это у нас получается копье. Так, копье у нас выходит 6-8. Копье слабее намного, лупашит, но у нас кирка почти износилась. О, это что такое? Ё-моё, как мне туда попасть обратно? Ёлы-пал, сейчас меня акула сожрет. Блин, надо быстро отсюда текать. Ёлки-палки, упал я в воду. Ах, ты ж ёжики. Где тут берег-то выбраться? Бегом быстрее. Фух. О, успел, пока меня акула не сожрала. О, письмо, кстати, какое-то. Почва. Ага, инвентарь. Откуда это? Почва? Кто мне тут прислал письмо? Там какой-то батискаф стоял, прикиньте, да, ребятки? Интересно, куда нас на этом батискафе можно добраться? Очень много всего тут интересненького, да. Прикольно так. Бегаем, ищем. Ага, так. А мост тут надо, получается, построить, да? Я там, скорее всего, упаду обратно туда, да? Так, записка. Что там, говорит? Катастрофа. Как только опустил батискаф, на меня напали. Огромные крабы, еле успел поднять батискаф обратно. Что за чертовщина тут творится? Батискаф разбит, я ранен одним из крабов. Понятно, не повезло мужичку, да? Так, вот такая вот у нас получается интересная игрулина, где мы можем бегать по разным локациям, строить свой супер-пупер мост. Все выращивать, кучу всего тут есть. Вот смотрите, тут огромное количество всего вещей всяких всевозможных. Еды всякой, растений. Короче, тут куча-куча всего. Предметов, устройств. И огромное количество тут разных заданий. Персонажей, я так понимаю, будет очень много здесь. Вот такая вот интересная у нас выживалка. Вот, можно вернуться опять на мост. Где наш... Да, давайте на свой... Вот этот вот плот. Вот такой у нас плотик. Вернемся мы на свой плот. На мост еще можно сгонять будет. Вот. Так, первый взгляд такой был на игрушку Epicraft. Вот у нас, кому понравился этот видос, ставьте, пожалуйста, лайк. Поддержите его, комментируйте. И если будет желание, поделитесь этим видео с друзьями. Вот. Ну и если будете не против, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и при этом не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видеообзоров. Ну, а на сегодня будем заканчивать. Всем удачки и пока, ребята!